Привет, друзья, с вами Кернекс, и сегодня мы продолжаем играть в Borderlands 2. И, как видите, у нас основная задача — найти друзей. Как бы это смешно не звучало, но на самом деле, да. Нам нужно найти ребят, которые, собственно, как я понял, отправились на летающем городе прочь. Что очень-очень странно. Так, а здесь ползают отвратительные полу... Ой-ой-ой-ой, это кто такой? Это неустойчивый кристаллик. Как миленько он называется. Охренеть. Ладно, фиг с ним, нам надо вот этих неприятных поубирать сначала. Раз. Чё, как он так приседает, я понять не могу. У него голова на уровне колен где-то. Вы посмотрите, чё с ним происходит вообще? Чё, дикий или что? Так, малой, я с такими, как ты, не люблю. Вози... Ты что ж ты будешь делать? А ну иди сюда. До свидания. Ну да, давай мне гранату в нос еще. Ой, большой злой, который голову закрывает, ну. На тебе гранатку. Развернулся, отошел, главное. Как дела? Нормально? До свидания. Так, собственно, левелапчик. Левелапчик, как мы такое выпускаем постоянно? Бам-бам-бам. Так, мы там на крит. Боролись за крит. Критический урон плюс 40. Теперь плюс 50. Так, и скорость перезарядки 75. Так, точность стрельбы нам пока, наверное, не нужна. Так, это нам тоже не надо. Урон при стрельбе плюс 12. Первый выстрел из оружия с полным боекомплектом наносит дополнительный урон. Такое себе. Ваши пули пробивают врагов насквозь. Вот это вот круто. Если после этого пуля попадает в другого врага, то причиняет огромный дополнительный урон. В чем заключается огромность? Цель получает плюс 100... А, в два раза больше. Это, кстати, очень странно. На самом деле, типа, пуля замедляется, и урон должен быть меньше. Ну, ладно. Не мне судить, кто я такой, правильно? Так. Большой злой. Побиться не хочешь? А, ему похрен. И он бросается взрывными кристаллами. Почему бы нет? Так, чистое бабло. Как тебя бить вообще, расскажи. Ай. Я просто не совсем понимаю, как с тобой бороться. На, по лапам его бить. Пфф, вообще без проблем. Минус. Минус. Ай. Минус. Меня и током бьет, и тем бьет. Ой, сколько с него с кристалла вылетело. Так, ты откуда вообще взялся? Ап. До свидания. Так, еще один остался у нас. Кристальный магнатик. Так, получай. Да, перестань ты бросаться. Так, уйди, говорю. Тварь такая, ну. Так, баблись. Да что, они лезут и лезут? Может, это бесконечный источник бабла? Так, погоди. Так, собираем вот эти все остаточки. Да идите нахер. Вот вам. Модельку. Играйте с моделькой. Ой, там еще один есть. Какое огорчение для них, что-то был не я. Так, ладно. Так, я понял, да, их тут реально, по-моему, бесконечно можно месить и постоянно иметь бабло. До свидули. Так, вылазим отсюда, в общем. Давай. И идем далее по квесту. А квест нас ведет вот сюда. Так, патрончиков немножко. Не, нам бы побольше, конечно. Нам бы, конечно, побольше. О, вот. Ракеты, кстати. У нас вроде бы есть. Сим-сим, откройся. Нет, сим-сим, не откройся. Окей. А где сим-сим, откройся? Ну, вроде бы выключателей никаких нет. А вот есть какая-то хрень.
Ты что такое? Это не работает. Благодарочка. Это не работает. Так, может, это проходик? Бум. Нет, это не проходик. Вот, боже, я тупой. Нормально, все окей. Все наконец-то пришло в норму. Так, врываемся. Лифт. Фирма Дал. Топливо пушки Жратва. Шикарная фирма, она мне уже нравится. Ой-ой-ой, темно. Я тебе и так не доверяю. You'll need my help, because I know where the key is. It's with me. Ну это ты зря ляпнула, конечно. Так, все фуликом забиты вроде патронами. Сейвик. Так, это у нас Нагорье Наносы. Окей, шикарное название. Так, невидимые мракобесы. Звучит плохо. Я не люблю невидимых врагов. Я бы даже сказал, ненавижу. Терпеть не могу. Но мы их должны будем видеть, они должны будут, типа, как переливаться. Так, Гипериал точно так же следит за нами. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Каким образом? Отлично, отлично. Давайте. Телепортер. Location? Sanctuary. Not found. Oh no. The phase blast must have taken sanctuary off the fast travel network. Okay. Head to the iridium extraction plant nearby. Ой-ой-ой. Мам, мне не нравится. Вот, видно, видно, видно их силуэт. Это хорошо. Так, вот это вот не надо, вот хорошо. Завали рот. Спасибо. Где он делся опять? Блин, это не круто. Это вообще не круто. На, харю, на лету просто вообще. Еще и мани словил. О, жесть какая. Здесь красная точка. Неспроста она здесь. Стой, стой, я тебя вижу. Вот там и сиди теперь. Все, ко мне не суйся. Зачем ты от меня уходишь, чтобы ко мне снова вернулся? Ты дурной или что? Глупое существо. Ой, все со своими иголками. Так, куда нам там надо? Перерабатывающий завод Риди. Вот по карте непонятно, куда нам к нему... А, нет, все понятно, вот сюда. Потому что я думал, что тут тоже закрытая зона и... Хрен поймешь, как прорываться. Так, идем насквозь, короче, вообще не обращаем на них внимания, потому что мы тут застрянем надолго. А так они свои иголочки будут бросать, а мы на них клали, и все. И нормально себя будем чувствовать. Ну, только звуки постоянно летящих игл как-то не очень, но тем не менее. Так, тут что у нас? Ага, роботы. Че это такое? О, роботы, поделитесь с невидимками. Я вам буду благодарен. Ну, отлично, они реально дерутся с ними. Супер, класс. Ой, не пройти. Спасибо, спасибо, спасибо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, горю, 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 горю. Тихо-тихо, жопа, потухни, потухни, потухни. Да, походу нам придется снова понасобирать оружие, чтобы с этими всеми ребятишками бороться. Мне что-то так кажется. Ой, как сколько же их там, боже. Их там просто куча огромезная. Тихо, тихо, ребятки, тихо. Я мимо прохожу. Вы не обращайте внимания. Я прохожу мимо, говорю, мать вашу.
Они все еще идут за мной. Какого черта вам от меня надо? Отвалите. Все? Угомонились? Давайте там между собой. Деритесь, развлекайтесь. Так, вот у нас карта открылась наконец. Наконец-то она... Понятно, она не до конца открылась. Все, пусть они там развлекаются. Ай-яй-яй, больно как, а? Так, здесь у нас люди или роботы? Как ты со мной вообще стреляешься? Ты здание. Так, тут, по-моему, смесь, да. Тут смесь. Люди с роботами. На тебе коррозии немножко. Поразвлекайся. До свидания. Так, там хрень какая-то. Так, бочечки, патрончики давайте. Нам сказано было перебраться через вот эту вот водоем, так называемый. Вот оно. Окей. Ай, блин. Сейчас мы залезем. Куда нас спросят? Ай, ты мразь такая, ну. Возвращайся, лифтик. Где ты, скотина? Блин, больно бьет по щитам этой, блин, электричеством проклятым. Еще один где-то тут летает. Так, тихо-тихо, не стреляйте в меня. Ну? Спасибо. Поехали, 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 поехали. Давай, 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 давай. Естественно. Так, нам пофиг, нам главное доехать. Депортируемся. Оп. Хорош. Да умрешь ты или нет, скотина такая, ну. Пуляет и пуляет, пуляет и пуляет. Животное. Навигационный маяк. Это что-то нехорошее. Ой-ой-ой, это что-то вообще нехорошее. Нахрен иди. Так. Че прицел так шатается, ну? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Больненько. Ой, прости. У тебя больше нет ножек. Еще один без ножек. Вы мне, в принципе, не страшны без ножек, ну, ладно. Так, турель, нахрен. Ой-ой-ой, ракеты через верх пуляют, да? Мимо. До свидания. И остался вот этот злой говнюк, да? Сейчас стоям бы, стоям бы. А у него есть армор? Или нет? А, у него нет армора. Прям в глазенку. На-на-на, пожалуйста. Да ладно, одного патрона не хватило. А, не хили его. Все, до свидули. Сам уничтожься, я тебя прошу. Ну. До свидания. Фу, так, с этой хренью мы разобрались. Что-то выпало. И выпало поле бы херня какая-то. О, коррозия, коррозия. Блин, эта штука крутая, это как раз против роботов. Ладно, придется нам юзать абсолютно не нравящееся мне оружие, чисто из-за того, что оно будет якобы эффективней. Моего. Так, давайте вместо дробаша пока. Так, патроны у нас есть? Да, оно будет их разъедать просто шикарно. Просто шикарно. Так, сейвик давай. Спасибо.
Так. А что такое вообще? Круто. Силовое поле, типа. Не говорит, что сейчас отсюда что-то вылезет. Контейнера Хиперион, это понятно. Мать моя женщина, я чуть не родил. Так, ладно, идем по миссии. Идем по миссии. Ёпперс, это ты что такое, мать моя женщина? Не жри! Зачем ты его сажал? Ой-ой-ой, он еще и под землей лазит. Ой, никак не хорошо. Я уже понял. У меня что, варианты есть или что? Так, у него щит есть, надо щит слить с помощью энергоснайперки. Так, иди нахрен с... Ну куда ж ты спрятался? Вот я так и знал. Так, до свидания, его щит. Так, главное, чтобы наш щит остался. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Я подпрыгнул, я себя спас, я молодец. Что это было? Какие роботы, вы чё, говна, наелись? Тихо-тихо, давай, пусть они стреляются, там развлекаются. А ты пойдешь себе по своим делам. Давай. Ну вот зачем ты сюда идешь? Ну тебе не надо сюда. Хрена как по жопе сихануло. Да блин, оно же бессмертное, но еще и щит регенит. Иди в баню, короче. Так какие гранаты, вы что? За счет чего оно регенит щит, мать его за ногу, а? За счет навигатора? Серьезно? Вы что, говно вообще нахлопатились просто безбожно. Да убей ты его, ну. Замечательно. Ой, боженьки. Хорошо, надежда осталась на такую вещь, как ракетница. Он же как раз животное, а животные, по-моему, как раз нехило горят. Так, эту хрень везем. Вместо этого. Ракет мало. Где ты, скотина? Выбиваем щит. Стреляем с ракетницы. Валим, доваливаем с пистолета. Вот вы мне тут вообще нахрен не нужны. Ну вот серьезно. Вообще не нужны. Тупо мешайте. Нам нужен четвертый слот для предметов. Однозначно, нам нужен четвертый слот. Так. Да, как-то не очень это СМП работает. Пусть оно и коррозийное. Так, минус. Меняем обратно. Пехаль сюда. Так, вылез, мразь. Что это было? Вот что это было? Ну вот схерали вдруг. А, это он свою отдельную щупальцу у меня пускает. Почему бы нет, правда? Так, тихо, лови. Вот, взял за секунду, восстановил щит. Ну, типа, все ок. Нормально, да, так? Стоял, восстановил щит. Еще и выдает надпись «Хиперион» в небо. Че за хрень? Ясно, понятно. Просто ясно, понятно. С пистолета мы ему урон такой себе наносим. Так, а ракетницы мы уже не успеем. Так, я пока не до конца понимаю, как мы должны от него прятаться и какого хрена у меня неполный запас ракет. Какого хрена? Мы можем сюда отбежать, кстати. Вот он здесь нас как-то не смоет то ли доставать. Блин, какого хрена у нас патронов нет? Чё за лажи? Найс. Просто найс. Так, это что за херь? Это огненный пистолет. Круто. Просто замечательно. Ладно, делаем еще одну очередную попыточку. Мы, кстати, 15 уровень, он 17. Вот в этом тоже дело. Мы его сейчас агрим. А, вон, кстати, ящички. С
супер. Просто супер. Давай, чмошник, вылазь. Где там? Ух ты ж, мать моя женщина, ну. Давай. Понятно, даже подпрыгнуть не можем. Shit happens. Угу, хрен тебе. Да, он не огненный, он взрывной у нас. Точно, я позабыл немножко. Так, тихо. Ну куда ты сныкался? Там еще и роботы эти сраные. Ого, у меня аж звук только что вылетел. Ага, хрен тебе. Да, тяжело, тяжело с ним бороться, конечно. Он слегка неадекватненько себя ведет. И царапается больно. Да залезь ты. Ясно, патронов нет. Так, берем дробаш нам вообще никак не поможет. А коррозия ему наплевать, скорее всего. Да, коррозия ему вообще как-то по бубенцам, мягенько сказать. Ну, через лет 10 мы его накоцаем, наверное. Такие прогулочные походочки. Но самое удивительное, что-то перестал щит восстанавливаться. О, ты мразь, ну что ж ты будешь делать? Так, он щит восстановил, да? Да, восстановил щит. Перезарядка. Тихо, не махай своей херней. Ой, кстати, снайперка неплохо наносит. Мимо. Ой, попал, попал прям. Ой-ой-ой-ой, кто меня сбоку валит? Вы что, говнеца нарыли опять? Так, терпимо, пока все терпимо. Ну куда ж ты заныкался? Давай, давай, уже умри, ну. Ну куда ж ты постоянно залазишь? Давай, 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 добей уже его током этим несчастным. Слава богу, боженьки. Щупальцы поотлетали, все поразлеталось хером собачьим. Забрал твой сраный навигатор. Head to the town of Overlook. Thanks to Hyperion's mining operations, the people of Overlook suffer from the skull shivers. They won't disturb us. Куда мне идти? Куда, куда, куда? Добраться до вершины. Что так в жопу куда-то идти надо. Все как всегда. О, боженьки, что с этим контейнером? Контейнер, что с вами произошло? Он устал, по-моему. Да. Окей. Сейчас постараемся все сделать, как от нас хотят. Не налажать, так сказать. Так, где это место? Опять новая локация непонятная, и нужно на машине ехать. Ну, хоть на машине. Ой,
Example, this one guy in New Haven, right? City's burning, people are dying left and right, yada yada yada. This jackal rushes me with a spoon. A freaking spoon! And I'm dying laughing, right? So I scoop out his stupid little eyeballs with it, and his kids are all, wah! And I can't see where he's going, he's bumping into stuff, and I... Anyway, I don't know, maybe he had to be there. The moral is... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что это такое, турели какие-то? Тихо-тихо-тихо-тихо, турельки. 19 левела? Не, ну мы их вообще никак не затащим. По-людски. У нас оружие какого сейчас чисто, чтобы поржать? А, блин, я сейчас еще посмотреть не могу. Вылезть отсюда. Чисто вот похихикать. У нас оружие... А, где он? 12 уровень, 13 уровень, 12 уровень, 12. Мы сами 15 уровня, и нам предлагают бороться с 19-ми. Правда, почему бы нет, да? Так сразу же вопросик. Ну, сейчас будем пытаться доехать. Так, мы на месте. Так, перезарядочку. Poor bastards are too sick to leave their homes. You'll want to set up the beacon over there. Once the moon base processes our request, you should have a fast travel station. Окей. Сейчас, подождите, магазинчик сначала. Где магазинчик? Какая гадость у вас в продаже? Серьезно. Заберите такую же гадость. Так, а вот патроны это найс. Патроны это найс. It's transmitting the supply request now. We've just gotta wait a few minutes and... Angel, that's enough. You can stop pretending to help the bad guys now. Angel? Bum 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 bum. We don't have long until Jack realizes I'm not helping him anymore. Defend that beacon. Now, if you can't even handle these loaders, you're really gonna disappoint me. Так, я так понял, что нас сейчас со всех сторон будут жать. А наша задача затащить. Так, еще целую кучу нам прислали. Ай-яй-яй, они ж маяк уничтожить хотят. Вот еще в чем проблема. Ой-ой-ой, жопка маяку, жопка маяку. Ай-яй-яй-яй. Как я это, по-вашему, должен сделать? Мать моя женщина. А, я его ремонтировать могу? Ну тогда окей. Тогда еще терпимо. Ай-ай-ай-ай-ай. Мне не пишут время, сколько он должен проработать. Вот в чем еще беда небольшая такая. Ой-ой-ой-ой, что за текстуры? Да ёпрессеты, ну как такое возможно? Задолбать. А, то есть мы еще в экшене, типа, да? Я не останавливаюсь, типа.
Да, этот автомат — это такое редкостное дерьмо. Это просто что-то с чем-то. Брать расчет на... самую эту, блин, как она называется? Брать расчет на атаку с помощью коррозии — это было очень-очень плохой идеей. Очень плохой, потому что это бред. Просто бред сивой кобылы. Данная коррозия ни черта не может сделать. Во всяком случае, ее силы недостаточно. Ну, умирать планируете вообще? Я уже так и понял. Та ёшкин кот, ну. Этот еще и с броней, ну. Ну и куда ты пошел? Стой теперь. Ты можешь не верещать? Спасибо. Ну, ты умрёшь, бляха-муха. У него осталось там 5 хп от силы. А, боже. Боженьки. Так, хорошо. Пытаемся просто прибежать к маяку. Класс, из нас все деньги выжрали уже. По-моему, все просто, которые можно было. Так, обходим, 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 обходим этих всех злодеев. Так, за мной летит хрень. Понятно, отражение включило. Спасибо, не надо. Так, переключаем и будь что будет. Нахрен иди. Нахрен. Так, маяк начинает активно деструктировать. Вот ты уйди отсюда вообще. Даже не подходи. Да чиню, чиню. Я его каждые 2 секунды чиню, мать вашу. Тё, у вас же было так много. Куда вы все делись? Хорошо. Придется этого дерьма все-таки, наверное, стрелять. Патроны-то у нас закончились, поэтому да. Вариантов не густо. До свидания. Так, какой-то экшен начался. Так, еще пассажиров прислали нам. Я тебе сейчас кину гранату. О-о-о. Ты кто такой? Строитель? Серьезно? Абсолют ли? Ай-яй-яй-яй, коррозию против нас использовали. Неприятненько, неприятненько. Чем по мне стреляет? Ну что, турели поставил? Да, турели стоят. Отлично просто. Просто супер. Так, минус. Давайте эту хрень попробуем все-таки. Нет, это не пойдет. Она, походу, гораздо бронячей стала, чем была до этого. Ну нахрен ты тут взорвался, ну? Давайте, поломайте ее уже. Давайте, давайте. Оп, обратно. Не ори. Ой, хорошо, ой, хорошо, ой, хорошо. Ой, замечательно, вообще найс. Давай так каждый день по несколько раз. Тихо. Ты можешь резче перезаряжать хрень свою собачью? До свидания, минус строитель. Это, в принципе, хорошая новость. Так, граната нахрен. Так, все нормально. Все под контролем.
Огнеметчики какие-то. Мать вашу за ногу. И тут патроны кончились. Шик. Так, сейчас будем восстанавливать. Нате вам бонус. Еще хотите? Держите. Сюда, пожалуйста. До свидания. Так, прощай, маячок. Восстанавливаю. Ох, женщина, как ты меня уже задолбала. Отлично. Так, тихо-тихо, секундочку, подождите. Бегу, бегу, телепортер, жди меня. О, на горе вершина, где убежище, мать вашу. Слава богу. Все. Мы в убежище, которое в небе. Все супер. Ну что ж, ребятки, сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте ставить лайк. Если же это видео вам понравилось, не забудьте подписаться на канал. А мы встретимся в следующем эпизоде. Удачи!